Зарегулирован перекрестке направо. Здесь тоже куча полос. Так, это у меня вправо. Я где еду? Я не вижу колеса. А, все теперь вижу. А здесь направо. Я ни разу. А я вам сейчас. Ой, подождите. Выскажу все, что думаю по этому поводу. Отрегулируем пешеходный переход. Пешеход. Мы проехали, мы перестроились. А, поняла. А этот регулируемый перекресток, да? Что, не сюда? А, уступи дорогу. Андрей, что случилось? Ничего не случилось. Перекресток где у нас? То есть я рано завернула, и вообще нельзя здесь было заворачивать? Ну, теоретически-то можно, но нам сюда не надо ехать. Ё-моё. Разворачивайтесь. Тот перекресток, который был, это Хинкали, да? Да я откуда знаю, я видел только регулируемый перекресток. Ну я видела тоже, в два направления эти были. Вы развернетесь? Да я развернусь сейчас. У нас такой же край. Поворотниками работаете здесь. Говорю, я многие места просто не проезжала. Снято ограничение. Погнали. Теперь я куда? Направо? Прямо смотрите на дорогу, на знаки. Что вы видите? Уступаю дорогу и поворот направо. Вот уступайте дорогу. Некому уступать. Поехали. В смысле некому? Направо. Куда? Направо поехали, говорю. Направо. Но смотрите здесь... налево. Никого не было. Тут мужик. Поехали. Какой проехали? Какой? Какой, круглый, да? Алюминиевый, наверное, был все-таки. Андрей, я уже все, я выдохлась. У меня уже стресс. Реальный стресс. Ограничение скоростного режима. 40, значит? 40, значит. Так он и с той стороны 40 будет, да, весь? Наверное, я не знаю, мы едем по этой стороне. Думайте только о том, где вы едете. Мне нравится.